за списком. Бишоп пробил позывной по всей нашей базе. У них есть морпех с нашего корабля. И он снабжает их информацией, под пытками или нет, неизвестно. С нашего корабля, сэр? Они похитили морпеха Сифоры? С другого корабля. Он с Сулака. Не понимаю. Ведь все морпехи с Сулаку погибли. Никак нет, Уинтер. Один жив, и скоро они его увезут. А мы морпехов не бросаем. Ждите приказа, конец связи. Значит, нашел для нас второе смертельно опасное задание. Одного было недостаточно, что ли? Мы сами вызвались. Морпехи своих не бросают. Да, но умирать за кого-то я не подписывался. Нет, урод, ты подписался умирать за других. Обещай, если со мной что-то случится, ты постараешься спасти пленного морпеха. Белла. Обещай. Обещаю. Если этот тоннель связан с биологической станцией, мы обязательно выберемся по нему за ограждение. Все равно не спешите. Там должен быть выход. Все ко мне. Всем прижаться к левой стене. Да вашу мать! Заткни свою пасть, дебил! Виноват, но вы видите? Прячьтесь за камнями. Продвигайтесь медленно за мной. Они не дураки. Вход в пещеру завален, ксены там не пройдут. С бронемашины. Втроем нам с двумя бронемашинами ни за что не справиться. Они, похоже, охраняют пролом в стене. Оружие на предохранитель. Я иду первым. Иди. Белла, как ты себя чувствуешь? Не очень. Мы вытащим из тебя эту тварь. Не надо об этом. Почему? Потому что ты не знаешь, каково мне сейчас. Заткнись и смотри в оба. Один звук из твоей пасти, гад, и завтра в мусорке найдут твои мозги! Если понял, кивни, сволочь! Белла, ложись на стол. Один из этих лицехватов оставил у нее в груди своего ребенка. Надо его извлечь. Но это невозможно. Неправильный ответ. Пожалуйста. Поверьте мне, мы уже пытались извлекать такие эмбрионы. О, Нил, не перебивай его. Пусть скажет. Эмбрион строит из жидкости и питательных веществ хозяина плаценту. Но она не похожа на человеческую. Скорее, это сорняк, который укореняется в каждом органе грудной полости. Даже если удалить эмбрион, эта самая плацента, она словно раковая опухоль. Органы начнут выходить из строя один за другим, и тогда... Вы просто умрете. Уинтер, выруби его. О, Нил, я больше не могу. Как жарко. Эй, Белла. Да,
Так, все в порядке. Просто закрой глаза. Вытащи того морпеха. Ты обещал. Вытащи всех с этой планеты. Ура, и к черту. Обещаю тебе. Сулака, это 2-1. Есть новости. Вы меня слышите? Прием. О'Нил, куда вы делись-то? Как там Белла? Мы не выполнили задание. Субъект не выжил. Просим выдать условия задания по спасению заложника. Прием. Ты уверен? Да, иди, чертов приказ! Вас понял, 2-1. Данного морпеха ведут к бронемашине ВИЮ, это в самом комплексе. Вам нужно временно отключить электроэнергию, чтобы отвлечь внимание. Постарайтесь при этом не погибнуть. Обещать не будем. Конец связи. Обещать, Бэйли. Аварийная программа отключена. На нас. Валите, не раздумывая. Валим их быстро и тихо. Главное, никого не подпускать к сигнализации. Черт, включай сигнализацию! Останови его, останови! Лако, вы слышите? Это не значит переступить черту, это значит начертить новую.
Завалим их быстро и тихо. Главное, никого не подпускать к сигнализации. Не пускай к сигнализации! Отлично! Сжечь их! Обнаружен враг! Нужно как-то его отогнать! Уинтер, видишь кран? Если мы его подгоним и сбросим груз на эту железяку... Ее расплющит в лепешку! Понял тебя! Прикончим эту хрень! Стреляй по бакам возле бронемашины! Отлично! Берись за рычаги и прикончим, мразь! Thank you.
Понял тебя. Если мы повредим регуляторы аккумуляторов и снизим подачу энергии, запасной генератор попытается подзарядить аккумулятор. И вся система выйдет из строя, как и система безопасности. Точно. Все поджарится. Бей по нижним, а я займусь верхними. Если ксены пойдут на штурм, все кончится через пару минут. Ты хочешь послать на смерть столько людей? Нужно было думать об этом до того, как из-за них погибло 3 человека. Действуй.